Ах, Троум, как я, Узелков? Потом боксер, боксер же он, да? Да, боксер, да. Потом Троум у него был. Принес он операцию, сказали, вроде легче стало, а потом резкое ухудшение. Подожди, у него операция была почему? Почем? Я в новостях слышал, там же... Он боксер, да? Да. Но уже не действующий же. Ну, был, ну, какой действующий, еще он больной уже, блядь. У него инсульт был, кровоизлияние в мозг. Но умер же, нет инсульта. Ну, это поспособствовало, безусловно. У него тромб был, тромбоз, что-то. 40 лет. Ну, больше, там, 47. Ему 40 лет. Ровно. Не, ну там примерно там. Ну, вот там то ли 47, то ли 48. Ну, уже не такой, что мега знаменитый боксер, нет? Короче, причина смерти инсульт, ага. Нет, инсульт был, но он не умер после инсульта. Потом был тромбоз со смертью. А потом тромботомбоз. Ну, говорят, что сильно много бухал. Курил, бухал, кальян полюблял. Такое ты слышал? Ты знаешь, вот... Пока именно ты, сильно бухал. Пока ты не сел с Узенковым и не видишь, ну, его образ жизни, все это...